Знакомясь с производствами Шуи, нельзя обойти вниманием знаменитую шуйскую водку. Вот и губернатор в ходе рабочей поездки посетил завод. Предприятие это для муниципального района важное, создает 94 рабочих места и платит внушительные налоги в местный бюджет. Небольшое предприятие, выпускаем 5 миллионов бутылок в год и платим 500 миллионов рублей налогов. То есть на одного сотрудника у нас приходится в среднем 5 миллионов рублей налогов в год. Мы так налоговая кузница. Предприятие уникально не только для Ивановской области. Продукцию поставляют в десятки регионов по всей стране. А теперь вот и на международный уровень выходят, о чем руководство в ходе встречи и сообщило губернатору. В России за последние несколько лет позакрывались заводы, которые производили недоброкачественную продукцию, и на их место приходят такие предприятия, как Шуйская водка. То есть коллеги поставляют не только здесь у нас в Ивановской области, но поставляют и по всей России. А сегодня вот мы рады объявить, что не только по России. С февраля месяца начинаются поставки продукции, например, в Соединенные Штаты Америки. Предприятие уверенно развивается, мы ему будем помогать при необходимости, хотя, как вы видели, тут помощь особо не нужна, тут главное не мешать. Современное итальянское оборудование позволило расширить линейку производимой продукции, так что для экспорта будут использовать и продукт, произведенный на ягодах, травах, цветках и кореньях из Карелии, Башкортостана, Воронежской области и Белоруссии. Так что совсем скоро зарубежный потребитель попробует Россию на вкус. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.